Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать, какие подарки мне сделали фиалочки на 8 марта. Вот укореняющиеся листики, уже пустили детки. И у них появились бутончики и потом зацвели. Конечно, очень красиво, интересно. Вот если посмотрите, я не поставила, не приклеила бутончики, цветочки. Вот, вот такую красоту. Уже видно, что детки будут по сорту. Хотя, конечно, это неправильно. Хотя интересно, красиво. Но такие цветы нужно удалять, потому что вся сила идет не в детку. Вот вы видите, детка, да? Оно идет просто вот все в цветочке. Значит, мы берем и выдираем. Конечно, это нужно сделать на стадии бутонов. Но так как я забегалась, закрутилась, вот я удаляю, ничем не отрезая. Просто беру, выламываю. Отсюда. Спасибо шамаханской царице. Красивые цветы. Очень яркий, нарядный сорт. Вот. Туда же присоединился у нас Эрес Зорро. Вот видите, вот маленькая детка. Она не очень крупная. Вот. Вырезаем, выдираем. Все. Детка будет расти дальше. Через пару недель ее можно будет отсадить. Соответственно, и вот эту тоже самое. Вот. Все. Вырвали. Тут две деточки. Так что такие цветы нужно обязательно удалять, выдирать.